Так, усім добрий вечір. Я, як і заўсёды, сёння вельмі рада я вас бачыць на нашай лятучкі ў прэс-клубе, як і на кожным нашым мерапрыемстве. Сёння у нас адкрытая лятучка з камандай «Жывой бібліятэкі», і на мае і вашыя пытанні будуць адказваць Марына Штрахова, заснавальніца, Дмітрий Радзіеўскі, каардынатар працы з рэгіёнамі, Ганна Марзан, каардынатарка жывых бібліятэкаў, Меліса Найці Цукарок, як мяне папрасілі, каардынатарка працы з валанцёрамі, і дзяўчыны, якія працуюць з сацыяльнымі сеткамі, Люба Ланіна і Ксюша Сырамалот. Вашы перадаю слова з пытаннем расказаць пра фармат, як вы ўзніклі менавіта на Беларусі і чаму, з якой мэтай. Вернемся да прэзентацыі. Як мы ўзніклі? У нас ёсць такі працэс, пра які мы звычайна распавядаем, як мы з'явіліся, як прыехала ідэя в Беларусь. Мы заўжды кажам пра тое, што не мы першыя правялі жывую бібліятэку в Беларусі, але так склалася, што мы першыя, хто зрабіў гэта адным са сваіх асноўных накірункаў дзейнасці. У траўні 2012 году я з'ездзіла на праграму «Стадія Tours to Poland» і ўбачыла сярод… Гэта наогул не было нават мэтай гэтай праграмы. Мы проста прыходзілі ў адну з бібліятэк, якая ператварылася ў медыятэку, і там праводзілі жывую бібліятэку, то бок знаёмства атрымалася вельмі выпадковае. Але мне з першага позірку спадабаўся гэты фармат, таму што мне… Спадабалася, што вельмі проста распавядаюць, ну, фактычна вельмі проста, працуюць з вельмі складанай тэмай, з дыскрымінацыяй, са стэрэатыпамі. Па гэтаму я прыехала калі дадому, такая вся натхнёная, вырашыла пра гэта распавесці сваім сябрам і калегам на той момант яшчэ ў студэнцкай радзе. І мне сказаць, да, класна, давай рабіць. Але, як вы бачыце, з траўня 2012 года да першай жывой бібліятэкі 2 гады яны кудысьці зніклі. Яны зніклі на розную працу, адукацыю і так далей, таму што так часта бывае. Я думаю, хто ездзіць на адукацыйныя мерапрыемствы, у вас такое бывало, вы прыязджаеце натхнёны, у вас 100-500 планаў, вы думаеце, што зараз вы зменіце ўсю Беларусь, але пасля адукацыя, іспыты, трэба штосьці даздаць, таму што ты прапусціла там… Ну, 10-2 гады, так. Ну, у мяне на гэта сышло прыкладна 2 гады. І мы са знаёмымі і з калегамі патрапілі на акадэмію першых, і там як бы склалася па выніку наша самая першая каманда, гэта я, наша калега Марія Лукашук, якая, на жаль, сёння не змагла да нас далучыцца, і Оля Артёмчык, якая была з намі першыя гады паўтары, напэўна. І гэта была наша першая каманда, якая склалася на акадэміі першых. Гэта такі адукацыйны праект ад рады. І для таго, каб выпусціцца з гэтага адукацыйнага праекта, трэба было зрабіць штосьці сваё. І мы вырашылі, кожная з нас пісала свой праект, і мы вырашылі, што той праект, які будзе падтрыманы, той мы будзем рэалізоўваць. 2 з 3 праектаў падтрымалі, адзін з іх была «Жывая бібліятэка». І вось 11 кастрычніка 2014 года у прасторы старога цэха, яшчэ на Петруся Броўкі, які, звычайна, было супер складана ўсім знайсці, мы праводзілі першае мерапрыемства, фактычна, ўдвох з Машай. Мы да гэтага не разумеем, як мы гэта зрабілі, таму што зараз нас на мерапрыемстве звычайны чалавек 10. Тады нас было 2. Да нас прыйшло 50 чалавек. І гэта не былі нашы знаёмыя, гэта не былі нашыя блізкія, якія-то людзі ці людзі сектара. Гэта рэальна была моладзь і людзі, якія заўважылі нашу абвестку дзесьці в інтэрнэце. І ў той момант мы зразумелі, што ўсё правільна робім, трэба рабіць далей. І, в прынцыпе, вось з таго моманту мы і існуем. Далей… Далей у нас какие-то былі такія всякія гістрычныя моменты таго, як мы набіралі людзей, шукалі валанцёраў, шукалі ў якой форме працаваць. Я думаю, пры гэта яшчэ сёння тым ці іншым чынам будзем згадваць. У нас з'явіліся каманды ў іншых гарадах.
дзесьці выпадкова, дзесьці крыху менш выпадкова, но гэта не было нашай асноўнай мэтай, в прынцыпе, на той момант, калі яны з'яўляліся. І 17-й год, канец 16-го года, гэта быў момант, калі я сышла са студэнцкага сектару, сышла са студэнцкай рады, і ну, как-то так натуральна таксама забрала разам з сабой праект, таму што асабліва як бы, в арганізацыі ніхто не трымаўся за гэты праект так моцна, як я і Маша. Ну і мы працягнулі далей рабіць жывую бібліятэку пэўны час, як вот, прыкладна паўгады мы былі просто ў стане ініцыятывы, нам дзесьці было комфортно, дзесьці не, і мы вырашылі зарегістравацца. У працэсе рэгістрацыі самае, напэўна, забаўнае, гэта была наша поўная назва, таму што з рэгістрацыі установы, такой формы, як установа, все, в прынцыпе, вельмі проста. Самы складаны момант – гэта узгадніць назву. І мы патрапілі пад такую хвалю рэгістрацыі, калі назва павінна была поўнасцю адлюстроўваць тую дзейнасць, якой мы збіраліся займацца. Па гэтаму павыніку у нас у назве 9 словаў. Не кожны ў нашай камандзе з першага разу можа, можа выгаварыць назву нашай арганізацыі. Але ў вас ёсць пытанне на сумоўе. Да. Гэта такі тэст, мы да гэтага перыядычна вучым яго. Но вот на РЛАПе ёсць цэнтр развіцця эфектыўнай камунікацыі «Жывая бібліятэка». Да гэтага ёсць яшчэ прыстаўка «Сацыяльна-творчая установа». І гэта, в прынцыпе, было самае складанае ва ўсёй рэгістрацыі. Ну, я, напэўна, скажу, што сам вось гэты пераход з такой супер нефармальнай тусоўкі людзей, якія проста робяць жывыя бібліятэкі, дастану ўсё роўна ўжо такой больш фармальнай установы, у якой рэальна павінен быць юрадрэс і адпаведна офіс, у якой чыста заканадаўча павінна быць пэўная структура, паперкі. Ну, я нават тон голаса змяняю, таму што оно рэальна прыкладна ў нейкі момант так змянілася. Но зараз, мне падаецца, мы зноў сталі больш-менш такімі ж радаснымі і нефармальнымі. І мы ўсё роўна існуем як каманда, нам складана ўсё роўна, в прынцыпе, казаць пра якую-то суперструктуру. Она, канешне, ёсць, мы таксама, напэўна, сёння штосьці будзем узгадваць, але… А я тут яшчэ маю пытанне. Тады, калі вы вырашылі першую бібліятэку у Мінску праводзіць, вы звярталіся да датчан за дазволам ужываць, напрыклад, лагатып, нейкія матэрыялы? Да, тады мы яшчэ, мне падаецца, рабілі нават гэта да гэтага, то бок мы дзесьці ўжо на пачатку года думалі пра рэалізацыю бібліятэкі, мы рэальна напісалі датчанам, таму што сам фармат менавіта жывой бібліятэкі. Ён быў вынайдзены ў Даніі ў 2000 годзе, быў праведзены першы раз, то бок вот наступным годзе будзе ўжо 20 гадоў фармату. Мы напісалі датчанам проста такія: «Гей, мы хацім рабіць жывой бібліятэкі в Беларусі». Яны вельмі абрадаваліся, такі: «О, класна, в Беларусі таксама можна рабіць жывыя бібліятэкі, за гэта вам нічога не будзе». Мы такія: «Не, все нормально, как бы, мы вот, да, студэнцкая арганізацыя». Яны дасылалі на той момант, зараз працэдура змянілася, трэба, канешне, азначыць, но на той момант все было вельмі проста. Мы сказалі, мы хацім рабіць, нам дасылалі на ангельскай мове такія, як гэта гайдлайнсы, да, ну, тыпу, чаму, што, як праводзіць мерапрыемства так, каб гэта была жывая бібліятэка ў фармаце міжнароднай Human Library. Мы сказалі: «Да, канешне, мы гатовы». Пры гэтым на той момант мы хацелі рабіць тэматычныя жывыя бібліятэкі, і гэта на той момант падавалася нам абсалютна геніальнай ідэяй, на што нам датчане сказалі, што вообще-то так нельга. Таму што жывая бібліятэка – гэта в першую чаргу пра разнастайнасць, і нельга звяртаць увагу толькі на адну нейкую сацыяльную групу, як была наша першая ідэя. І гэта, насамрэч, уся боль, за якой мы жывём все гэтыя 4, уже больш за 4 гады, таму што все да нас звяртаюцца з просьбой праводзіць тэматычныя мерапрыемствы, но мы знайшлі на гэта свой адказ. Да, мы пра гэта паговорым яшчэ. Да, і мы пра гэта паговорым. Вось, па гэтаму, да, мы звязаны з датчанамі, мы маем права выкарыстоўваць лагатып афіцыйна, афіцыйна называцца Human Library, очень афіцыйная арганізацыя. Ну, добра. І час перайсці да каманды. Раскажыце трохі, як вы знайшлі адзін аднаго, бо я так разумею, зараз вы такі прыклад працы менавіта толькі валанцёраў. Гэта шматгадовая праца толькі валанцёраў,
давайте на гэта звернем увагу. Ну да, это одна из наших таких основных аспектов нашей жизни, то, что организация до сих пор, хоть мы официально зарегистрированы, но мы абсолютно стопроцентно волонтерские. Поэтому всегда основным моментом было это прям желание, стремление что-то привнести в команду, как-то вложиться в нее. А я, конечно, не могу отвечать за первые 2 года существования организации, как люди друг друга находили. Потому что я в этой организации всего лишь чуть больше 2 лет. То есть, но это такие... Ну, полжизни организации я пробыл, да. Но сам по себе я тот человек, который пришел просто со страницы в Фейсбуке на мероприятие и попал в эту команду волонтером и дальше как-то начал в ней развиваться, находить для себя что-то интересное, вкладываться. Поэтому вот почему-то Марина и Маша очень любят обычно ставить мою историю в пример, то есть как нам можно было попасть, как это можно сделать и чего можно достичь, вообще для чего мы собираемся все вместе. И команда, в принципе, всегда формировалась на желании самого человека именно принять участие в формате, внести что-то новое, помочь чем-то. Я помню это по своему первому мероприятию, когда я пришел, и мне дали такую бумажечку, где на обратной стороне было написано «Оставьте свою почту». Если вы хотите быть нашим волонтером, то мы с вами свяжемся. Куда я прям на середине мероприятия уже вписался, да, очень круто. Мне понравился вообще сам формат мероприятия, идея, как это все происходило. Но ответ я так и не получил. То есть... Попал я уже в организацию больше через знакомство с Машей и Мариной, которые являлись именно основателями всего этого действия. Какими и... все-таки они вас плюшками заманили? Нет, кроме вот этого вот эмоционального состояния. Вот, да, и суть в том, что у меня именно было больше эмоциональное состояние. Мне я понял, что горело вот где-то внутри, что да, это надо нам, это надо в Минске, надо в Беларуси, что вот место, где различные люди просто сидят и общаются на равных, где ты можешь кого-то увидеть, что-то новое узнать. То есть я такого даже не представлял, что можно такое мероприятие посетить, еще и бесплатно, и оно постоянно проводится. То есть для меня это было реально открытием, это было открытие для всех моих друзей. Вот. И я просто загорелся, что я хочу там быть. Вот. Поэтому я просто всеми путями добивался, как туда попасть. Попал в итоге, и потом мы обсуждали просто с командой, почему так получилось, что я не смог попасть тогда, когда я хотел изначально. То есть, ну, вроде бы есть форма, можно было написать, там, вроде бы все люди там пишут, но суть в том, что проект развивался, и даже за эти 2 года, когда я только написал свою почту, там уже буквально собирались вот такие вот кипы бумажек после каждого мероприятия, которые нужно было руками. Что я потом сам и делал тоже, когда был волонтером. Ты все эти анкеты читаешь, отцифровываешь, пытаешься разобрать все эти почты. То есть, ну, там реально просто терялись иногда контакты. И мы дошли до 21 века, мы перенесли все это в электронный вид. Да, вы же зараз на сайте маете. Да, сейчас у нас все настолько идеально, круто, аккуратно, что... Ну, намного упростило саму по себе процедуру. Любой человек, который хотел нам как-то попасть, что-то сделать, предложения какие-то внести. У нас есть просто форма для волонтеров. Это обычная Google форма, где человек ее заполняет, оставляет свои контакты, и мы с ним связываемся. То есть мы этот вот процесс как-то наладили. И в принципе, это, ну, конечно, упростило. Как минимум, уже не было вот этих потерь данных, мы могли с людьми сразу встречаться и что-то решать. По самой команде, конечно, еще помимо волонтеров, очень таким важным моментом был переход. То есть вот это немножко нечеткая грань в волонтерской организации, когда ты перестаешь быть волонтером и когда ты становишься вот каким-то, как
называется, ну, если вот так условно, членом команды. То есть я помню, что лично мне это было такое прям официальное предложение от Марии Лукашук, что она так подошла: «Дима, а не хочешь ли ты стать членом нашей команды?» Вот. На что я сказал: «Так вроде бы и так уже стал, потому что, ну, как бы на одном там технической помощи на мероприятиях не останавливался, мне нравился сам процесс, мне хотелось узнать что-то больше, как это все происходит, поэтому уже в какие-то там такие закулисные дебри потихонечку вникали». Вот. Но мы сейчас вот тоже все равно, у нас тем более еще прошло 2 года, у нас еще больше людей присоединилось, и они постоянно приходят, кто-то уходит. Но суть в том, что стоял именно вопрос о том, как вот сформировать эту общность актива, как задержать людей, как повысить какой-то интерес к большему включению в саму организацию, потому что появляются новые форматы какие-то. Ну, надо реально люди, которые будут постоянно с нами. Поэтому нам очень помогли различные программы тренингов. То есть у нас как-то так совпало, когда мы нарастили эту критическую массу, то нам пошли предложения от сторонних организаций по развитию команды. Это, ну, самые Назовите самые яркие приходы. Яркие 2 примера, с которыми мы и на текущее время работаем. Это вот Академия перших от Рады, которая была перезапущена, и там сейчас мы тоже вот именно прорабатываем свой какой-то командный состав. И плюс это еще была программа Пражского гражданского центра, программа «Целиком», на которую мы просто почитали заявку один раз, и мы поняли, что мы это хотим, это нам надо. Просто, ну, это реально, вот когда вы читаете, что там будет, и вы понимаете, что вам надо все, вот весь этот чекпоинт, он вам нужен. Мы туда подались, мы совместно, именно коллективно писали заявку, мы собирались. То есть это тоже вот настолько была заинтересованность всей команды в этом развитии, что там это не один какой-то человек сказал: вот надо бы нам податься, давайте я напишу. А это именно была коллективная работа, в которую каждый вносил что-то свое, то, что ему было важно и дорого. И мы получили поддержку, и сейчас вот участвуем в этой программе. Плюс из всех этих программ у нас пошло стратегическое планирование, потому что мы поняли, что уже организация официальная не может существовать просто так как-то ситуативно, когда захотели, тогда сделали, что нам уже нужно строить какие-то планы, обоснованные, рассчитанные на какое-то время вперед. И финальной точкой также вот стало участие Марины в… Где ты там у нас сейчас участвуешь? Я вчусь на менеджменті некомерційних організацій. Перші курси, які ладить Нова Євразія разом з Інститутом менеджменту БДУ. Вот. Но суть в том, что это просто реально был такой финальной точкой в те же самые какие-то больные места нашей команды, где вот нам реально нужно поработать, и мы все эти моменты прорабатываем, то есть налаживаем какие-то внутренние процессы, как строить работу внутри команды, как строить коммуникацию внутри команды, потому что это периодически те моменты, над которыми приходится работать, потому что людей уже не 3 человека, как их было в начале, а уже там, к примеру, общий чат из 23 человек, которых ты пытаешься как-то вовлечь в деятельность, чтобы они никуда не разбежались и не потерялись. А расскажите, как вы делите, например, какие-то инструменты используете там для командной работы, чтобы Изначально, в принципе, мы понимали, что когда деятельность идет волонтерская, у нас нету возможности постоянно людей вот собирать в реальном времени. То есть это не офис, где мы сидим по 8 часов, и мы можем какие-то там задачи решать здесь и сейчас, делить ответственность и так далее. Мы понимали, что это только какая-то онлайн-коммуникация, которую нужно было построить определенным образом. Изначально это был когда-то группы ВКонтакте, то есть мы там делили как только могли. Передерывали этот процесс, наверное, 10 раз, это только при моем участии, потому что изначально у нас были просто выделены направления по работе, то есть каждый занимался какой-то своей деятельностью, кто-то занимался
пиаром, кто-то занимался технической организацией мероприятий, то есть кто-то коммуникацией именно с нашими партнерами. В дальнейшем мы все-таки решили уже собрать эти все группы, переформатировать их немного, уменьшить их количество и перенести все это в Telegram, потому что все-таки канал такой более защищенный и на то время уже набирал популярность, он был удобен, уже все в нем находились, как-то было проще реально там как-то вот в реальном времени ловить людей, которые у нас там были. Поэтому у нас просто создавались именно чат общий абсолютно со всеми волонтерами, куда мы помещаем какую-то информацию о проводимых мероприятиях, об необходимой помощи. То есть туда, в принципе, попадали люди очень быстро. Это наши знакомые, либо люди, которые оставляли заявку на волонтерство. И также было именно несколько чатов, выделенные по направлениям работы. То есть это именно такой актив организации, который занимается организацией мероприятий и коммуникация с нашими живыми книгами, потому что это была, ну, немножко отдельная тема, поэтому, ну, эти вопросы не могли решаться в общих чатах. Также на сегодняшний день мы очень стараемся, прям очень стараемся использовать Trello. У нас когда-то был такой момент работы с MasterTask. Это было, в принципе, инструмент очень хороший, очень полезный, в принципе, по, ну, особенно по подготовке каких-то мероприятий, потому что всегда есть масса задач разноплановых, которые должны все видеть и как-то туда включаться, поставить ответственных, контролировать этих ответственных. Но потом у нас как-то это все-таки не сработало. Мы уже пробовали все, что могли. Google формы, онлайн-таблицы, чего только не пробовали. Но вот сейчас мы дошли до Trello, потому что многие из нас уже испробовали этот инструмент на работе, оценили его возможности и функционал. Поэтому сейчас просто активно стараемся группу туда перевести и подключить к какой-то деятельности, потому что тут такие инструменты вот командные, они для того и созданы, чтобы там включались максимальное количество людей. То есть если все начинают работать, все начинают отслеживать процессы, которые там находятся, то тогда это сработает. Если это там, к примеру, будет делать 2-3 человека, которые пытаться туда всех втянуть, то да. Вот, поэтому обычно стараемся именно вот затянуть людей, показать на примерах и выработать эту привычку. То есть говорим, что все там. Я лично говорил, что я для себя поставил цель, что я там захожу каждый день в 10 утра, проверяю Trello, чтобы у меня через 3 недели, возможно, выработалась привычка, и я это делал постоянно. Вот. Добре, я тут гляжу, пробачите, что девчата трохи засумовали. Давайте вы расскажете, как вы долучилися. Давайте. Ну, мы вогулі з Любою давно знайомі, і ми долучилися у один час прикладно. У нас крихо відрознюються версії. По моїй версії моя сябровка прочитала у часописі On Air, який був партнером Живої бібліотеки, писав про Живу бібліотеку. Ось вона прочитала там про Живу бібліотеку і розказала про це нам. І так ми вогулі про її довідалися, прийшли першопочатково як навідувальники просто. Ось, а через год уже ми вирішили, що пора дінябось поволонтерить. І ось ми якраз відвідали Живу бібліотеку, нам вельми подобався формат, нам вельми подобалися коштовності Живої бібліотеки, ми вирішили долучитися. Ми, правда, прийшли на сход з третього разу, ми туди потрапили, тому що ми були тими людьми, які не перевіряли електронну пошту. Але ми прийшли. Ось, і на сході вже, ну, мені особисто вельми сподобалося, як ми про все розмовляли, як нам все тлумачили, мені сподобалася атмосфера сама, мені сподобалися люди. Ось, а пізніше, коли ще більше замацувалося, коли ми була Жива бібліотека, був день народження у Живої бібліотеки, це така велика Жива бібліотека тоді відбувалася. І після у нас була рефлексія, і ось на цій рефлексії всі так розмовляли, ніяк все обмірковували, так спокійно, з повагою, і мені було тоді так утульно, ось, і тоді якби, ну, я зрозуміла, що я знаходжуся у правильному місці, і, ну, ось так, можна сказати, долучилася,
Вось, спочатку я была просто як волонтёрка, а пасля уже пачала там наведваць больш планёрак, выконваць больш нейкіх задач, і вось стала чальцом каманды. Ну, я свою версию помню отрывчато. Помню, как мы пришли на мероприятие живой библиотеки в галерею Тутбай. Я помню, что это очень эмоционально меня как-то наполнило и удивило. Я была впервые на таком мероприятии, и оно было еще и бесплатным. И там еще в конце была такая... тоже обсуждение с читателями, что только что было, был свободный микрофон, то есть была свобода высказывания. А потом вот как-то уже год прошел, несколько живых библиотек я посетила, я зашла на сайт тоже, я как-то случайно на него зашла и увидела, что живая библиотека ищет волонтеров. И я не могу как-то рационально объяснить, почему, я просто знала, что мне надо заполнить эту заявку. Там еще, помню, была какая-то сложная таблица, кто нужен из волонтеров. И я отправила Ксюше, что им нужен человек, который будет, ну, должен перевозить на белорусский. И как-то вот, а давай. И как-то мы пришли на первое собрание и поговорили про ценности живой библиотеки, про то, что вообще требуется от волонтера. Было ощущение, что как бы ты там, где тебе надо быть. Вы нечто с ними там дивное робите, что они так готовы задарма працевать шмат. Цукорок. Ваша черга. Так, у меня... Так, сейчас. Я немножко нервничаю, извините. Я в то же время пришла, как и Дима, тоже записала, мне кажется, свою почту, но в конце мероприятия, когда начала Маша душевно там рассказывать все, я прям расплакалась и прям сама подошла и сказала: «Вы очень классные, я прям хочу». Мне сказали: «Да, здорово, круто, приходи на рефлексию, которая вскоре будет». Я очень обрадовалась, я пришла. Это было очень стрессово. Это, ну, для меня действительно, я когда вспоминаю, ты приходишь, незнакомые люди говорят об организаторских делах, в которых ты не разбираешься. Ну, то есть я, конечно, отсидела и очень рада, что это меня не спугнуло, и я осталась. Но тот момент для меня остался прям в памяти, поэтому важно, чтобы люди, чтобы ни у кого такого не повторялось. Аня? Так, ну, я, наверное, после Марины второй старожил в живой библиотеке. Маша, я из присутствующих имею в виду. Я в команде 3,5 года, наверное, да? Да. Вот. Я была на второй живой библиотеке, которая была в Минске вообще. Потом как-то периодически приходила, ну, что-то такое. И вот, наверное, это был август месяц, да, первый год существования библиотеки. Я увидела, что нужны волонтеры, и написала я Марине, наверное. И она сказала, что да, у нас вот живая библиотека, это был август. В общем, живая библиотека была в библиотеке. Действительно, наверное, первый и последний раз? Нет? Нет? Вот. И она первая, да. Первый раз, и нужен был человек, который бы пофотографировал живую библиотеку. А у меня был фотоаппарат. Ну, даже как есть фотоаппарат, значит, могу пофотографировать. Нет, ну правда, я неплохо фотографировала, по-моему. Вот, и ну, я так тоже вот потихоньку что-то вот эти фотографии. Я совершенно не помню, как так. Ну, у меня ко мне не было официального приглашения, чтобы я вступила в команду. Это просто произошло само собой. Выправляйте. А я прям памятаю, как мы с тобой сидели в зерне, которое уже закрылось давно на Немизе, насупрать нашего офиса. Да, 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 да. И вот там прям размовляли как-то так очень душевно про команду. Да. А мне кажется, что это было... Это было очень... Ну, мне кажется, что это не было через там типа а-ля через полгода. Это было очень как-то быстро вообще произошло. Потому что да, тоже да. Это была осень, возможно, точно было тепло. Ну, как, вообще в какие-то короткие сроки это все произошло. Я быстро согласилась. Да. Ну, на самом деле, потому что когда я попала впервые на живую библиотеку, на вторую, вот, которая была вообще в Минске, я смотрела на девчонок и думала, что я очень хочу, ну, вот, быть вот так рядом с ними, стоять и рассказывать вот что-то. И прям, ну... Ну, я не знаю, вот, наверное, что-то примерно, что со всеми происходило, тогда тоже произошло и со мной.
Вот. Магия. Гипноз. Это магия. Да. Вот, и эта магия помогла вам провести больше, чем уже 100 библиотек, но мы знаем все, что вы делаете не только живые библиотеки, вы работаете и с другими форматами. Давайте немножко поговорим больше про вашу деятельность, про «Щирые размовы», «Доследование доступности просторов». Я тут пропоную, может быть, по черзе нечто. И мене больше цікавить у отказ, на какие выпробования, на какие такие проблемы возникают эти форматы. Живая библиотека — наш основной формат, с которого, да, мы начали. Но вопрос был в том, что, как сказала Марина ранее уже, мы не могли делать живые библиотеки, посвященные только какой-то одной тематике. Мы не могли собрать учителей, например, со школ, только одних, или людей, связанных с образованием вообще в целом. Ну, точно так же, как и любая другая какая-то целостная тематика. Дело в том, что живая библиотека, мы показываем общество во всем его разнообразии, и поэтому идея собрать людей одной тематики нам не подходит. А к нам очень часто были запросы от таких же, как и мы, НКО. Они писали, спрашивали, предлагали, им очень нравился формат живой библиотеки, они очень хотели видеть мероприятия по их тематике, но в формате живой библиотеки. И мне кажется, это была вообще гениальная наша идея — придумать «Щирые размовы». Это, в принципе, формат живой библиотеки, только он не идет под лейбой там, «Живая библиотека», это «Щирые размовы». Таким образом, мы смогли делать такие мероприятия, узкоспециализированные, узконаправленные для тех, кто нас об этом просит. По-моему, первые «Щирые размовы» были проведены для Радиславы, женщины в домашнем насилии. Там присутствовали юристка, психологиня, женщина, пострадавшая от домашнего насилия, юристка, да. Вот. И в дальнейшем это вылилось в очень успешные, на самом деле, проекты, так назову, с другими организациями. Этим действительно многие заинтересовались, и этих запросов стало еще больше, и чему мы сами очень рады, что нашлось такое решение, как мы можем помогать и другим, и сами делать вот еще что-то, кроме живых библиотек. Вот, были проведены еще много, в общем-то, «Щирых размов», там были политзвязни, тема была «Распределение для молодых специалистов». Вот. С Е-клабом что-то про гендерные... Гендерная организация. Да, да. Вот. Так интересно мы вышли из такой ситуации. Вот. Добра. Социальная гульня наступная. Як вы до этого докатились? Сами социальные гульни... Сама идея именно, в принципе, приходила из каких-то международных тренингов и проектов, в которых мы участвовали. И плюс мы долгое время думали о том, что те идеи и ценности, которые мы хотим донести до нашего общества, до наших посетителей мероприятий, их можно передавать не только форматом живой библиотеки. То есть да, он был на то время уже популярен, он был интересен людям. Но есть много инструментов, которые можно как-то более таким практическим, проживающим подходом сделать. Поэтому, в принципе, сама социальная гульня «Інший погляд», которую мы проводили, насколько помню, где-то трижды. Где-то трижды уже проводили. Она, нельзя сказать, что она полностью наша там какая-то гениальная идея и разработка, то есть этот сам по себе методология, она используется другими людьми, мы просто взяли и переработали немного под наши потребности и наш формат. В принципе, это в первый раз мы проводили это как такой
А давайте попробуем. То есть, чтобы вот именно что-то провести, нам нужно было на мероприятии. Но мы понимали, что именно как живую библиотеку, как формат мы там не можем провести, потому что это слишком объемный формат и слишком длительный по времени. И мы вот сделали социальную гульню. Она позволяла каждому из присутствующих людей как-то погрузиться в какую-то из так называемых прописанных ролей. То есть у тебя там, тебе задавалась какая-то короткая тематика, твоя идентичность, которую ты должен был продумать, осознать. И потом у тебя шло более глубокое погружение в эту тему через ответы на вопросы. То есть, если так вот описать, как это все происходит, это вот примерно 20 человек, у которых в голове их какая-то прописанная роль, которую они никому не говорят, они слышат одни и те же вопросы и уже думают, могут ли они ответить «да» или «нет». Если они отвечают «да», они делают шаг вперед. Если нет, они остаются на месте. И здесь вот именно такое показывается, в принципе, восприятие обществом различных людей у нас, как они могут себя реализовывать. И тут человек начинает просто осознавать, если я иду вперед, почему мой сосед не идет вперед? То есть что, кто он, что с ним происходит, как он это переживает? И потом все это заканчивается, конечно же, общим обсуждением, где каждый из нас пытается, там, например, угадать, кто есть кто. Иногда это реально было, что люди попадали, пускай не в 100%, но в 90% хотя бы вот именно в какое-то четкое направление, кого может представлять тот или иной человек. А потом это реально просто открывается роли, и мы начинаем обсуждать, то есть почему идет восприятие конкретно человека этой роли именно так, то есть почему он считает, что этот человек не может себе позволить какие-то действия в нашем обществе, либо что-то он может позволить, а кто-то с этим не согласен. То есть это именно такое вот переживание внутри себя, потому что, к примеру, живая библиотека, она дает тебе способ познакомиться с чужим опытом, то есть узнать, как этот человек живет в нашем обществе, что он прожил, что он видит, как он это делает. А здесь ты начинаешь уже как-то включать свою голову и пытаться осознать, как бы ты вел себя в той или иной ситуации. И, конечно, этот формат сам по себе по отзывам именно первым от наших посетителей был воспринят очень хорошо, поэтому мы решили его в дальнейшем развивать. И ну, обычно мы вот проводили социальные игры, когда это были какие-то такие совместные мероприятия с нашими партнерами, и если нам было необходимо такой вот мобильный вариант проведения, не на 5-6 часов, как мы обычно проводим в живой библиотеке. Адаптация. Да, а где-то вот на час-полтора. То есть это именно вот такой формат, который используется для небольшой группы людей и на более короткое время. Хорошо, спасибо большое. И переходим к доследованию минских просторов. Можно трошки подрабязней, что это было и до каких высновов вы пришли и идти, плануете протяг? У нас, ну, сапраўды, як бы у кожнага фармата і вот, там, у кожнага дзень ёсць свая перадгісторыя таго, як мы да гэтага дайшлі. Даследаванне было праведзена, в прынцыпе, восенню мінулага году, але дзесьці яшчэ год таму, то бок восенню 17-го года, Мэйкаут праводзіў воркшоп, такі вельмі-вельмі невялічкі па выніку, пра гендерна-нейтральныя прыбіральні. Чаму гэта важна, што гэта такое? І мы на гэтым воркшопе па выніку пачалі размаўляць пра тое, што бы, наколькі важны комплексны падыход, наколькі важна насамрэч, каб, в прынцыпе, прастора была сапраўды зручная для розных сацыяльных груп, што можна з гэтым зрабіць. Там спомнілі пра розныя анкеты, якія існуюць, пра даступнасць, якія дапамагаюць табе самому там ацаніць, наколькі даступны твой офіс ці там твой бізнес, калі ты валодаеш бізнесам. Ну і як-то гэтая думка, яна засталася ў галаве. І мы думалі пра кіт розныя фарматы, размаўлялі з офісам па правам людзей з інваліднасцю, далі з мэйкаутам, што б можна было рабіць. І ну, вот, па выніку прыйшлі да таго, што захацелі спачатку ўсё ж такі праверыць тыя нашыя гіпотэзы, якія былі ў галаве, таму што мы, канешне, шмат праводзім мерапрыемства ў публічных прасторах.
мы и наши коллеги, мы куда-то вписываемся у іншие какие-то программы эдукационные. И мы ходим по этим просторам, и вельми часто до нас в том лику звертаются, а где лучше провести мероприемство, какая простора больше доступная, ти для людей с инвалидностью, ти для ЛГБТК плюс супольности. И так далее. И, ну, как бы, зрозуміло, что мы могли сказать только про свой досвід, мы могли сказать только то, с чем мы сутыкалися, и мы вырашили все ж таки поглядеть и проверить на практике, какие просторы доступны, что в этих просторах есть, чего нема. И мы не ставили себе метой там створить некий рейтинг, сказать, кто у нас добрый, кто у нас дрянный в Минску. По-перше, потому что у нас просто не было физической махчимости этих просторов. Вот 18 где-то агулом приняло удел у доследований, а у мониторингу, то бок непосредственно мы прошли, поглядели, 15 просторов. И наша мета была хоть просто проверить, что у этих просторах есть, чего нема. Мы звертали увагу на разные умовы для 6 групп. Это люди, которые пересовываются на вазках, это батьки с малыми детьми, прикладно там до 6-7 годов. Это ЛГБТК плюс супольность, в приватности это гендерно-нейтральные прибиральни. Это люди сталого веку, это люди, которые ведут себя приязны лад життя. Махчима, я когось-то забыла. Ну да, мы звернули увагу на эти группы, зрозуміло, что это не вычерпальный спис, мы могли охопить только то, что мы могли, и мы это щиро называем пилотным доследованием, потому что мы хотели проверить, как это все спрацует. Напевно, хучей, на жаль, шмат наших гипотез подтвердилось про то, что мало какие просторы доступны, але с іншого боку мы увидели то, что шмат кто с просторов думает про свою доступность, ти хотел бы думать, ти как бы мы примусили думать. Хотел бы купить вертолет, как гостей доставлять в пресс-клуб. И, в принципе, мы, вот зараз я гляжу, я бачу, какие проекты запускают на самом речь, навод розные наши коллеги. Мы как-то запустили вот эту хвалю того, что шмат кто почал про доступность просторы думать, звертать на это увагу. Почали до нас звертаться с пропановами робить іншие мониторинги, не только публичных просторов. Поэтому, в принципе, вот базовая идея, якую мы хотели поднять хвалю важности того, что доступность мероприемства и просторов, она повинна з'являться, и это уже повинно стать мейнстримом, мы эту задачу выконали. А ці были некие там негативные водуки? Для чего вы тут плануете нас оценивать и еще нечто? Ну, треба сказать, что вот с тих 18 просторов, которые по вынику тим чи іншим чином поудельничали, спис был прикладно разы у два больше. Потому что у нас так само была такая установка, что мы працуем с тими просторами, которые готовы с нами працевать. Потому что исследование можно было проводить по-разному, можно было просто прийти, померить там рулеткой, мы литерально ходили, мерили рулеткой какие-то штуки. Можно было зарабить это ну, таким наскоком, а можно было пойти тем шляхом, каким пошли мы, потому что нам хотелось... Мы центр эффективной коммуникации, нам хотелось коммуникации, нам хотелось, чтобы все ж таки эти просторы не просто отримали оценку и там одна зорочка с пяти по доступности, а как просторы просто задумались и готовы были с нами у тем лику далей працевать, что-то изменять. Поэтому ну вот, простору могло бы быть больше, и они могли бы быть иншими, потому что кто-то не смог, кто-то саправды не вельми хотел про эту тему размовлять, але вот, принамсі, гэтыя 18 абсолютно прекрасных просторов, якія пагадзіліся. На что, до речи, характерно, можно убачить, что як минимум вот три, ну уже на, вот, на дадзіны момент мне падаецца, что уже три просторы изменили свое место. И это, напевно, один из таких важных моментов, якія мы убачили подчас мониторингу, але які мы не планували убачить, это то, что, на жаль, шмат хто инклюзией своих просторов не готовы займаться, потому что нема ніякої гарантии, что ты застанешься у тим помешканню, яким ты есть. На жаль, большість помешканню не во власності знаходяться, а арендуются, поэтому
Тема інклюзії оказалась значно більш глибокою і прив'язаною до економічного складника, чим ми думали до початку дослідження. Але це так само винік. А чи планується ніякий протяг? Ми зараз хоча й плануємо працювати, ну от ми зараз нема конкретних планів менавіто про моніторинг далейший. Є якісь пропонови працювати з моніторингом інших просторів, але нам хотілося більше займатися інформаційно-едукаційною часткою, тому що уладальники простору шмат хто казав на фокус-групах про те, що ми, в принципі, готові, але нам би хотілося інформації. І з одного боку, це гучить завжди доволі дивно в 21-му стагодзі при наявності Гугла. З іншої інформації ми якби добре зрозуміли і почули людей, тому що інформації шмат, і коли ти починаєш гуглити, у тебе там 250 сторонок, на яких не структурована інформація, яка не підходить для твоєї простори, яка не про ту групу, про яку ти шукаєш. От у нас зараз одна, напевно, з таких ідей і мету. Гэта різні едукаційно-асветніцькі мероприємства про гэта для уладальніка, уладальніці, для організатора, організаторок різних мероприємств в Мінську з одного боку. З іншого боку, гэта ось створення таких інформаційних матеріалів, які б дозволяли любому, любої жадаючої там за 10 хвилин розібратися, що можна було б змінити у просторі. Тому що зараз це, звісно, складано. Но, до речі, я рекламую справоздачу по моніторингу, і вона у нас на сайті у розділі «Інклюзія», тому що вона все ж таки писалася так само з думкою про те, що покільки немає ніякого місця одного, откуль можна взяти інформацію, то хай хоча б гэтая справаздача буде тим місцем, откуль при жаданні можна базову інформацію отримати. Так що рекомендую всім організаторам і організаторкам мероприємства. Дякую. І я ще хочу перейти до супрацы з медыа, бо вы гэта самастойна адзначылі ў вашай дзейнасці. Я так разумею, што гэта у вас адымае шмат часу. Давайте пагаворым пра супрацу з медыа. Вось партнёры, з якімі вы працавалі, працуеце зараз. Да, вот у нас 4 партнера, наверное, ну, в общей сложности, потому что с кем-то мы работали, с кем-то начинаем только работать. Первым нашим медиапартнером это был журнал On Air. Мы обратились к ним сами с такой просьбой. Мы прочитали у них репортаж о городском лесничем и решили, что, ну, в принципе, о нашей инициативе тоже, наверное, было бы классно, если бы написали. Мы, да, вот. Почему? Нас, можно, нам нет. У нас, да. А что, так можно было? Да. Вот. Мы обратились сами к ним с таким запросом. И, наверное, так часто бывает, когда какие-то выходят на личный уровень общения, и на тот момент редакторка On Air, скажи просто, Марина, Татьяна? Ольга. 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 Ну, Марина поддерживала связь, поэтому Ольга. В принципе, ее вообще заинтересовала эта идея. Он, наверное, писал про нас как про инициативу, про команду. И впоследствии стали выходить интервью с нашими книгами. Вот это был наш первый медиапартнер, с которым мы на данный момент уже не сотрудничаем, потому что главный редактор Ольга ушла. Вот. А потом у нас был белорусский журнал. Они обратились к нам сами, в общем-то, и захотели тоже просто сделать серию интервью с нашими книгами. И CityDoc. CityDoc обратился к нам. Нет? А, мы сами обратились к CityDoc. Марина, да, Марина, опять как бы какой-то, да, личностный фактор срабатывает, и Марина поговорила с Ясей. Да. Ну, опять же, ну же идея классная, а почему классную идею не поддержать? Конечно, идея была поддержана CityDoc, и до сих пор в CityDoc есть рубрика. Рубрика «Живая библиотека», там можно почитать интервью с нашими книгами, это всегда очень здорово, интересно, полезно, увлекательно. Вот. И сейчас мы начинаем сотрудничество с DevBuy. Знаете почему? Потому что туда ушла главный редактор On Air.
Класс, экстра, поздравляю. Вот, вот видите, ну вот так мы цепляем людей, всех нас так прицепила к себе библиотека и также похоже с редакторами изданий. Мы хотим совместно с DBM делать проект о наших книгах, но те книги, которые работают в области IT, потому что целевая аудитория DBM — это IT-сфера, IT-аудитория, читатели этой аудитории. Ну вот мы пока еще ничего не выходило на DBM, это все впереди. Сейчас, я так понимаю, мы на стадии вот связи книг с журналистами вообще и понимания того, насколько наши книги хотят работать с этим порталом, ну, насколько им он понятен, там, приятен. Вот. Но все хорошо, мы уже узнали, все будет хорошо, и там будет выходить интервью с нашими книгами, именно с теми, которые связаны, работают как-то со сферой IT. Вот. Добро. Як приємно, што існуюць гэтыя сяброўскія адносіны, на якіх трываецца часта шмат чаго. І яшчэ так. Я дадам літаральна, напэўна, два сказа пра тое, што, ну, чаму мы пазначылі супрацу з медыя, таму што мы проста пэўны момант зразумелі, і гэта быў таксама такі момант, напэўна, роста наш, что, ну, живая библиотека, она все равно обмежеванная по колькости людей, которые могут туда прийти. Туда не может прийти тысяча, ну, может, конечно, но мы не справимся. С тысячей мы не справимся, и мы зрозумели, что для того, как достигать некого большего уплыву и эффекта, нам потребно супраться с меды, которые мают значительно большие охопы, чем живая библиотека, хотя до нас и приходят там под 150-200 человек, но это, конечно, не охопы того, что сети долго, когда один артикул может прочитать 20 тысяч человек, и при этом этот артикул выключит какую-то коммуникацию, его будут комментировать, и будет отбываться так само какое-то дальнейшее поглубление и обмеркование этой темы. Вот. Так, зразумела. И зараз я пропоную перейти до вашего сайта, бо, на мою думку, гэта ўсё даволі добра працуе. Мы бачым тут раздзелы, дзе можна далучыцца, падаць заяўку на валанцёрства, стаць кнігай, пабачыць, што робіцца ў рэгіёнах, пазнаёміцца з камандай. Таксама вельмі цікава, што вы размяшчаеце усе інструкцыі для таго, каб было магчыма арганізаваць сваё мерапрыемства. Раскажыце пра тое, як працуе гэтая пляцоўка, ваш сайт, ці ёсць чалавек, які за гэта адпавядае. І хто піша таксама у рубрыку навіны. Я буду пра гэта распавядаць. Так. Сайт у нас першапачаткова з'яўляўся як такое месца, дзе можна даведацца поўную інфармацыю пра нас і нашу дзейнасць. Таму што мы ў пэўны момант зразумелі, што мы выраслі толькі з сацыяльных сетак, нам некамфортна туды размяшчаць усю інфармацыю, прычым гэта было яшчэ на момант, калі мы праводзілі фактычна толькі жывыя бібліятэкі, і па гэтаму збольшага сайт зараз адпавядае фармату, а не арганізацыі. Хаця там ўжо як бы можна зразумець, што і ў бок арганізацыі мы рухаемся. Па гэтаму базава сайт мы наогул не планавалі напаўняць нейкімі новымі навінамі, таму што ў нас на момант стварэння сайту не было на гэтага проста каких-то фізічных магчымасцяў. Але паколькі пра нас вельмі шмат пісалі, то ўжо нават на момант запуску сайту у нас там было 10-15 выдатнейшых артыкулаў, якія напісаны іншымі цудоўнымі журналістамі. Мы проста дамаўляліся пра тое, што мы будзем перастаўляць сабе гэтыя навіны на сайт. Вядома, што ніхто не быў супраць. Вось. І сайт, в прынцыпе, увесь гэты час збольшага так і напаўняўся, але ў пэўны момант мы штосьці разжылись нават редакторкой сайта, и редакторка сайта разжылась журналистом. И вось апошнія артыкулы, и в принципе вот
ну, минулый год, я бы сказала. У нас выходили свои уластные артикулы, мы сами придумывали, про что писать. Ну, как бы журналист и редакторка, яны и написали про все наши регионы, и брали некие новые книги цікавые, працевали с региональными книгами, потому что у регионах не во всех наших командов есть свои медиа-партнеры, не завжди яны могут, соответственно, осветлять тематику своих книг на больше широкую аудиторию. Мы с этим працевали, и, в принципе, так сама довольно круто это заходило, но после скончилась редакторка, с редакторкой разом скончился журналист, и сайт снова перешел, ну вот мы бачим, что на последний раз обновился 20.06.18 года, в сенсе новинок. Але при этом на сайте все равно можно знайти всю актуальную информацию про там змест нашей команды, про наши мероприемства, потому что на головной там есть календарь, и он утримливает там все посылки, как с нами можно связаться, все формы, раздел «Долучайся», да, это так само наша особная радость, потому что сапраўды любым чином, как до нас можно долучиться и стать книгой, и поволонтерить, и организовать, все это тут есть. Организовать это, насамрэч, одно, напэўна, из наших таких досягненняў, якое мы вельмі хотели, каб у нас было, потому что, калі мы стварали, запускали живую библиотеку, мы спрабавалі адшукаць некія дапаможнікі, тому что я не была в живую на той момент, мне падаецца, еще... Не, на той момент я уже была на живой библиотеке аднойчы, але гэта завжды, ну, такой вельмі... Вельми индивидуальный досвид, потому что живые библиотеки есть и в інших краинах свету, и есть, конечно, эта базовая штука, якую дают всем датчане, але формат менавіта фізічна, ён можа крыху адрозніваться. И дзесьці гэта только размовы с амнасом, дзесьці гэта такие размовы у зусім великих группах, якія там уже складана, на наш погляд, назвать живыми библиотеками. Ну и плюс у момент, калі все больше почало з'являться региональных командов, яны таксама прасілі у нас дапаможніка, як рабіць жывую бібліятэку в Беларусі. І мы аддавалі альбо украінскі дапаможнік, які быў дастаткова спецыфічны, таму што быў зроблены пад працу менавіта са школьнікамі і з тэматыкай ВІЧ пазітыўных людзей. Чамусь у іх быў такі дапаможнік. Быў яшчэ расійскі дапаможнік, вельмі класны, арганізатары, мы з імі знаёмыя. Але ён быў, ну, такі вельмі-вельмі-вельмі сціплы, ён вельмі круты, але вот вельмі-вельмі сціплы такі, каротенькі. І па гэтаму пэўны момант мы вырашылі, што ну всё, трэба напісаць свой. І мы падумалі і зрабілі. Падумалі і напісалі, в прынцыпе. І мы, в прынцыпе, вельмі асэнсавана выклалі на сайт сапраўды ўсе інструкцыі, все формы дакументаў, каб кожны, хто... хотел бы зрабіць живую бібліятэку в Беларусі, мог бы зрабіць яе адпаведна з гэтым. У нас няма жадання монополізаваць живую бібліятэку. Мы вельмі рады, калі новыя людзі запускаюць живую бібліятэку ў сваім горадзе, ў сваёй арганізацыі ці дзесьці яшчэ. Але мы сапраўды вельмі моцна пакутуем, калі людзі называюць живой бібліятэкай тое, што сапраўды живой бібліятэкай не з'яўляецца. Тому што, як паказала практыка, па выніку прылятае за гэта ўсё роўна нам. Тому што, як живую бібліятэку ведаюць нас, і калі штосьці не так дзесьці ідзе з живой бібліятэкай, якая насамрэч не живая бібліятэка, пішуць нам, типу, ах, вы ж такія, што ж вы якбы правілі такое нецікавае, неправільнае і наогул всіх пакрыўдзілі. Поэтому мы, это был такой вельми-вельми асэнсаваный крок, выкласть на сайте полную инструкцию, там ниже есть сам допоможник, его можно, да, его можно спамповать, можно спамповывать все эти формы. Мы завжди вельми открыты так само до коммуникации, готовы проводить, коли... Я бы сказала, что коли есть человек, который хочет провести живую библиотеку, мы завжди готовы допомогчи и провести ее литерально, мне подается, в любом городе, вёске, где заугодно. Потому что мы давно, ну это вот будет, когда мы будем рассказывать про регионы, что мы отмовились от практики самим куда-то ехать и выключно самостоятельно проводить. Да, з апошняга, з таго, што з'явілася на сайце, у нас з'явілася кнопка «Падтрымаць». Нас цяпер можна падтрымаць афіцыйна праз сайт. Мы пакуль што, прынамсі, супрацоўнічаем з модулем «Дойка». І
он стоіць літаральна. Мы ўсталёвалі яго 3 месяцы, это таксама было, это можна лічыць велічэзным дасягненнем, што ён у нас нарэшце ёсць на сайце. Мы яго яшчэ ніяк абсалютна не рэкламавалі, не запускалі. Але наступным крокам. Да, наступным крокам мы вот пачнецца вясна, запусцім збор, таму што насамрэч это таксама важны момант. Мы вырашылі, што нам вельмі важна, каб не толькі мы самі вкладваліся ў развіццё формата, таму што часта так атрымлівалася весь гэты час, але важна, каб і супольнасць, якая вакол нас, яна таксама нас падтрымлівала, і мы хацелі таксама рабіць гэта правільна і абсалютна легальна, таму што мы установа, і вот мы зрабілі такую кнопку, прямо адразу можна пералічыць нам грошы на наш рахунак, і мы будзем за гэтыя грошы утрымліваць установу з аднаго боку, з іншага боку это дасць нам магчымасць праводзіць мерапрыемствы і новыя форматы. Так. Вось. Ну і там ёсць календар на галоўны, і заўжды можна сачыць за мерапрыемствамі, і можна падпісацца на рассылку таксама на галоўны і атрымліваць все навіны мерапрыемстваў, якія чакаюцца ў нас. Дзякую, зразумела нам. А зараз давайте трошку дзяўчаты раскажуць пра сацыяльныя сеткі, бо я вось, напрыклад, ведаю, што кожнага панядзелку, а 10-й я ў Тэлеграме атрымаю ад вас пасланне. Як гэта ўсё працуе? На якіх вы? За нами можна следзіць у 4 сацыяльных сетях, не считая сайта. Это ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Для каждой социальной сети есть человек, который за ней закреплен. Сейчас это я закреплена за Инстаграмом, Ксюша за страничкой ВКонтакте, и Марина ведет Телеграм-канал. И мы в поисках человека для Фейсбука. Спасибо. И мы стараемся создавать контент, публиковать в социальных сетях, разных социальных сетях разную информацию. Например, Телеграм-канал, там 3 раза в неделю можно получить какую-то статью, информацию, текст, даже тесты про разные стороны дискриминации, инклюзии, стереотипы в определенное время, каждую неделю быть на связи и читать интересную информацию. В Инстаграме мы стараемся и будем стараться публиковать какие-то фотографии с наших встреч, планерок, то есть внутренней кухни такой нашей организации. ВКонтакте мы сейчас поздравляем с днем рождения нашу команду, тоже публикуем информацию от наших партнеров и, конечно, в всех социальных сетях мы публикуем информацию про ближайшие мероприятия или что-то важное происходит у нас. И вот так мы везем социальные сети. Еще важная деталь, что у нас вельми адрознивается аудитория у разных социальных сетках. Так, например, у ВКонтакте она крыху молодейшая, и она, звычайно, большесть это женщины от 18 до 24 год. У Фейсбука люди, наоборот, больше старейшие. Вось. І суадносна з-за гэтага у нас адрозніваецца крыху контент, тое, пра што мы пішам і тое, як мы пішам. І менавіта таму мы лічым, што вельмі добра, што за кожнай сацыяльнай сеткай у нас розны чалавек, і якбы яны все крыху адрозніваюцца. І вось ведаеце, калі падобныя сацыяльныя сеткі, можна падпісацца на адну і больш ні на што не падпісвацца. У нас якбы... Конечно, про мероприемства можно доведаться и из Фейсбука, и из ВКонтакте, и из Инстаграма. Але... И навык с Телеграма. И навык с Телеграма. А 10-й? 3 раза на тыдень. Але как бы все равно некая информация, некий стиль того, как мы пишем, будет отрозниваться. Вось. Ну и как мы працуем, у нас есть отказные, мы робим контент-планы, само собой. Вось. У нас вельми подобается заниматься социальными сетками, координовать все это Маша Лукашук. Вось. Ну и в принципе, я думаю, все, да. А подскажите еще, ці назираете и как-нибудь экспертно сопровождаете суполки региональных ваших живых библиотеков? Ну, з апошняга, што я магу сказаць,
гэта, як бы, калі ў іх праходзяць нейкія мерапрыемствы, мы таксама стараемся іх змяшчаць на нашых галоўных старонках. Вось, але з большага ўсё ж такі, ну, як бы, контент у іх суполках, гэта ўсё ж такі іх контент. І іх адказнасць, добра. Так, вось пытанне пра рэгіёны. Із жывых бібліятэк в регионах, какие регионы запомнились, где сложилась комьюнити. Давайте тут больше широ поговорим про регионы. Поглядим тут на эти регионы. Что-то я сказать, наверное. Регионы — это у нас на текущий момент… Можно подглядеть. Я сейчас скажу, как я вспомню. Потом что подгляжу и вижу правильный ответ. Суть в том, что региональные команды у нас появлялись как-то неоднородно, но у них, в принципе, практически у всех была одинаковая схема появления, потому что в большинстве случаев, не помню случаев других, по крайней мере, именно те команды, которые существуют сейчас, они все появлялись от инициативы одного либо нескольких человек. Те, которые были на наших мероприятиях, которые загорелись этой идеей и захотели это привести к себе. То есть это, в принципе, всегда было обращение прямое к нам, что вот мне очень нравится то, что вы делаете, мы хотим это делать у себя, расскажите как. То есть то же самое, что вот Марина говорила, как у нас формировалось это вот. Неоднократная мысль по поводу того, что нужен нам допоможник по организации живых библиотек, потому что они заусёды звертались до нас за этим питанием, и это будет самый наилепший выник нашей працы. Мы всегда стремились как-то помочь, то есть мало просто рассказать, как это сделать, потому что у людей на первых этапах всегда возникают какие-то вопросы детальные по процессу подготовки, как найти людей, как их собрать вместе, как организовать это место. То есть мы всегда наши команды как-то в первое время направляли, сопровождали в этих процессах и всегда, в принципе, звали наших ребят и сами приезжали на места, помогали им организовать, смотрели, как все у ребят проходит. Но в любом случае это вот их личная инициатива, их личная ответственность. Но мы всегда говорили, что вот мы всегда здесь, мы всегда рядом. То есть, ну, если нужна была какая-то помощь людям, то мы сразу ее могли по максимуму наших возможностей оказать. А на текущий момент у нас их там вот сколько уже? 6? Да, 6 осталось. Почему мы, к примеру, вот в один определенный момент поняли, что нету смысла проводить самостоятельно постоянно мероприятия в регионах? То есть потому что это, во-первых, ну, очень финансово накладно. То есть это нужно вывозить определенное количество людей. Это необходимо как-то удаленно искать и организовывать само мероприятие. И мы понимали, что мы тратим очень много сил и времени на то, что человек, который живет там, может сделать буквально за один день. То есть, во-первых, это люди, которые знают, где и что у них происходит. Они знают, куда можно обратиться за какой-то помощью по организации мероприятия. То есть, в любом случае, мы поняли, что лучше стремиться именно к этому, заинтересовать людей, показать им формат. И уже чтобы эти люди как-то своими силами и с нашей поддержкой пробовали там устоялую такую команду сформировать. Для этих целей у нас также был организован тренинг по организации живых библиотек. Это мы проводили именно здесь, в Минске, на который был… дважды. В принципе, на сам тренинг был сформирован такой открытый колл. То есть, в принципе, любой человек, который был знаком с форматом и хотел сделать что-то подобное у себя, мог податься. Мы делали отбор и проводили мероприятия. То есть уже здесь это были двухдневные тренинги, на которых мы детально рассказывали и максимально старались показать вот какие-то все детали организации мероприятия. Многие люди, конечно, им было интересно. Некоторые хотели просто как-то вот полученный опыт и знания использовать для, возможно, каких-то других форматов. То есть, ну, я считаю, что это тоже результат. Если мы кому-то помогли понять, как что-то можно сделать, то это тоже очень круто.
Но и некоторые именно вот приезжали в свои города и старались там что-то организовать, то есть начать деятельность в плане живых библиотек. А на сегодняшний день вот у нас осталось именно 6 команд, которые мы, конечно же, поддерживаем, периодически приезжаем на их мероприятия, помогаем проводить. Но такой самый успешный, наверное, пример, ну, я сейчас могу сказать только, наверное, за себя, не знаю, не буду говорить за остальных, но лично меня из тех регионов, в которых я был, я, наверное, не успел съездить только в Брест, да, не доехал, что-то далековато для меня. Вот. Но меня, конечно же, поразил именно Витебск, потому что на сегодняшний день это очень такая сплоченная большая команда, которая очень сильно работала, в которой мы видим, не знаю, как в этапах развития наших таких вот братьев, которые идут теми же шагами, которыми шли мы, которые сейчас сталкиваются с теми же проблемами роста, с которыми сталкивались мы, и которых мы всячески стараемся поддержать, потому что ребята реально вот тоже у них нарастает. Но они же местные, то есть запрос был именно из Витебска, да? Не да. Вы туда приехали и сказали, нет, давайте это тоже именно вот девушки, которые там являются как бы завадаторами всей идеи, они были у нас на мероприятиях, увидели, и мы потом помогали организовывать какие-то первые же библиотеки. Здравствуйте, меня Оля зовут, и я хотела поинтересоваться, подготавливаете ли вы свои книги как-то перед рассказом, даете ли вы им маленькую лекцию о том, как нужно говорить, как нужно преподносить информацию, и мы, многие, наверное, знают о таком термине, как hate speech, чтобы не закрадывалось в речь какие вот такие щекотливые моменты. Вот. Спасибо. Как вы рыхтуете книжки? Мы, в принципе, по-разному подходили до працы с книгами, и сам формат працы, он, конечно, мощно изменился с первой живой библиотеки и там, до того, как мы проводили опошнюю. Я бы сказала, что звичайная схема, когда мы працуем с незнакомым нам человеком, то вот кто-то до нас звертается, и мы находим человека, который может и хочет быть книгой. Мы проводим сумоуе. Это, ну, такое прям, это с одного боку такая мини-модель того, как будет отбываться размова на живой библиотеке, с другого боку это такое взаимное знакомство. Потому что часто про нас доведываются от там сябров, знакомых, ведают, что прикольное место, где можно расповести про себе, порекламовать свою организацию, но мы-то не совсем про это. И подчас сумоўя это такая взаимная проверка одно одного, насколько как бы, люди добре разумеют, кто мы, про что наш формат. А мы глядим на то, насколько добрый человек ориентуется в той теме, про которую он хочет рассказать, или она хочет рассказать, насколько как бы, давно ее занимается и так далее. Мы рассказываем вельми подробно и даем шмат парадов про то, как лучше себе поводить, как лучше подрихтоваться до самой живой библиотеки. У нас есть навод особные, ну, мы их так и называем, парады для книг. То бок реально такие рекомендации, про что подумать, что сделать, там, как будовать свою размову цене. Мы не проводим некие адмысловые там тренинги, те лекции, умовно кажучи, по ораторским майстерстве. Мы ведаем, что наши коллеги из других стран, не все, конечно, каждый будует свою працу по-своему с книгами так само. Кто-то проводит такие тренинги, прям вот про ораторское майстерство, кто-то не. Мы такого не робим. Мы, напевно, все-таки в первую очередь ориентуемся на то, что мы шукаем людей, которые все-таки могут, умеют разговаривать, готовы разговаривать, открыты до коммуникации. Мы тлумачим им всякие вот эти правила про то, что может сдариться, как лучше разговаривать, как не разговаривать. Але у нас все равно по вынику все проверяется практикой. Потому что сумоуе может пройти, в принципе, вельми классно. Мы один одному так сподобались, все класс. Мы проходим там все процедуры, заполняем все анкеты и паперки.
человек приходит на живую библиотеку, проходит живая библиотека, нам читачи-читачки пишут зворотную сувязь, и мы разумеем, что все пропало. Ну, так бывает, потому что часом, когда ты размовляешь с человеком, это такая, ну, вы как-то классно размовляете, все круто, а после человек встречается с 8 абсолютно незнакомыми ему людьми, которые, ну, это все равно певная ситуация стресса для человека, особливо, когда до этого ты не вельми публичный, ты не выступаешь с какими-то такими штуками, и могут вылазить те штуки, которые на сумовье не вылазят, но мы, звичайно, это вырешаем дальнейшей коммуникации. Мы альбо разбираемся, что отбылося, мы разбираемся те, как бы это отбылося выпадково. Ну, короче, мы далее коммуникуем, разумеем, может далее человек с нами быть, те, как бы, на жаль, это была первая и опошняя живая библиотека для этого человека. Меня зовут Раиса, прекрасная миссия. Но всегда, когда мы что-то делаем, мы хотим чего-то и достичь, да? Вот о каких результатах можно говорить благодаря тому, что люди прочли? Кто-то себя озвучил, а кто-то услышал. Изменяется ли что-то? Вот такой труд, столько волонтеров, с такой энтузиазм вкладывается. Как бы вы измерили? Я не говорю о мониторинге, да? Там вы сказали об этом эффекте. А вот книга. Вызвала она какой-то отклик? Произошло ли что-то в результате? Результат вашей живой библиотеки, да? Понятен ли мой вопрос, да? Да, спасибо. Да, у меня почему-то сразу мысля пошла. Во-первых, здесь, конечно, можно смотреть с двух сторон. И я скажу почему. Потому что у нас сейчас, как мы уже говорили, мы немного переросли сам формат. То есть мы сейчас уже действуем как организация, немного крупнее. И у нас, как у организации, есть своя миссия. То есть то, что мы пытаемся донести, в принципе, всеми нашими мероприятиями и всей деятельностью, которую мы ведем. Но если говорить вот именно конкретно про живых книг и живые библиотеки, то как бы основная цель появления самого формата — это борьба со стереотипами в обществе. То есть идея возникновения этого формата еще в Дании была из, если просто кратко и не вдаваясь в подробности, из того, что люди намного более доброжелательно относятся к тем, кого они знают. То, что мы можем общаться абсолютно с разными людьми, нас на работе, дома будут окружать люди, которые, у которых абсолютно разные интересы, которые занимаются абсолютно разной деятельностью, и мы к ним будем доброжелательны, потому что мы их знаем. А вот люди, которых мы не знакомы с ними лично, либо мы не знакомы с какой-то именно группой людей, мы только что-то слышали о них, нам что-то про них рассказывали. У нас иногда вот формируются вот эти стереотипные мышления относительно их. В каких-то крайних случаях это могут прям какие-то негативные мышления, непонятно негативные отношения, когда даже человек не может сам сказать, почему он так думает и почему у него такое чувство возникает. И идея самого формата возникала в том, что здесь в одном месте человек может поговорить с представителем вот какой-то из этих групп и понять, что это такой же человек, как и ты, но да, у него есть свои взгляды, он живет как-то тоже в этом же мире, но живет по-своему. То есть, но и при этом отношение людей реально меняется. Тут, конечно, нельзя сказать уже, что прям после пары мероприятий вот стереотип относительно какой-то идентичности будет разрушен, потому что ну, сама как бы вот эта глобальная цель, она в очень далекую перспективу. А как мы можем судить о том, является ли наша работа продуктивная, это, к примеру, у нас всегда в обратной связи от наших посетителей, мы собираем заинтересованность в каких-то темах. И мы просто можем даже видеть, насколько какая-то тема, к примеру, год назад была, даже ну, 2 года назад, там, не знаю, веганы, вегетарианцы, это прям было очень всем интересно. Люди немного
где-то не понимали, где-то там что-то видели, слышали. Сейчас уже никого не удивишь. То есть, ну, уже все знают, все принимают, все живут с этим, все, ну, и это в порядке вещей. То есть это является именно нормальным существованием. И так мы просто видим, что вот эти темы, в принципе, со временем как бы все меньше и меньше запросов на эту тему возникает у наших посетителей. При том, что именно посетители мероприятий у нас всегда добавляются новые. То есть мы всегда спрашиваем, вот то же самое, как сегодня было, кто первый раз в пресс-клубе, мы всегда спрашиваем на окончании мероприятия, кто сегодня первый раз на живой библиотеке. И это всегда 50 на 50. То есть половина людей, которые уже у нас были, половина — это которые пришли в первый раз. То есть они именно постоянно вот такая обновляемая текучка как бы вот людей, то, что люди узнают. И плюс, конечно, еще в том, что на меня лично всегда впечатление дает крупное. Это вот наш открытый микрофон, который мы даем в конце каждого мероприятия именно высказаться людям. И я не помню ни одного мероприятия, где бы не было хотя бы одного либо двух человек, которые сказали, как это на них повлияло. То есть я, к примеру, помню, как это повлияло на меня в некоторых темах, с которыми я был либо абсолютно незнаком, либо знаком очень поверхностно. И когда ты пообщаешься с человеком, буквально вот эти полчаса послушаешь его, ну это просто открывает тебе глаза, и ты начинаешь как бы понимать всю ситуацию и смотреть на нее совершенно по-другому. То есть и вот эти вот живые истории вот того, как реально изменились взгляды людей во время мероприятия, это, мне кажется, таким самым весомым показателем. Ну, я думаю, что вы уже развернуто отказали на это питание. Так. Хочу немного дополнить о своем личном опыте, что мониторить полностью не получится все, потому что один человек немного изменил свое мнение, он об этом сказал на открытом микрофоне или сделал пост, а другой просто изменил свое мнение и не сообщил об этом. Но я помню, когда была на первых мероприятиях и читала несколько книг, ладно, возможно, это были все книги, то есть 5-6, и две из них сессии были довольно горячими, я бы так сказала, потому что читатели, в каждом один читатель на одну книгу тогда забрасывал очень много вопросов. Вот просто это практически был их диалог. Но в конце они благодарили книгу, потому что поясняли, что представляли себя совсем по-другому и искренне говорили спасибо за эту беседу. Это для меня это было открытие, это было очень приятно слышать. Вот. Дякую. Да, я могу еще додать про то, что покольки мы в этой международной супольности есть, и у нас есть агульная группа у Фейсбуку, периодично, покольки вот там был слайд про это, что зараз у этом руху больше за 70 краин в свету находится. И у минулом годе, коли я не помыляюсь, это нидерландская живая библиотека. Для их одна з магістранток робила адмысловое доследование про то, як уплывае живая библиотека на удельников живой библиотеки. И оно было вельми такое просто, робился типу замер перед живой библиотекой, люди заполняли анкету, такую же анкету они заполняли по выходу с живой библиотеки, и еще раз такую же самую анкету те же самые люди заполняли через месяц, через певный час. И доследчица, ну, принамсі, одна з її основних виснов была про то, что навод, коли человек поразмовлял только с одной книгой зусім невеличкий отрезок часу, гэта у довготерміновой перспективе, в короткотерміновой перспективе сапраўды уплывала на его тие мысленне про гэтую книгу. И, в принципе, гэта не адзінае доследование, якое робится менавіта по эфектах живой библиотеки, потому что ну, у пэўны момант мы так само задаліся гэтым пытанням вельмі моцна, тому что з аднаго боку, да не з аднаго, а в принципе, калі ты глядзіш на живую бібліятэку, падаецца, што вот, убачыць какие-то змены тут і зараз у живой бібліятэцы фактычна немагчыма.
У тым ліку, таму што мы працуем з каштоўнасцямі, поглядамі, мысленнем чалавека. А гэта не тое, што можна вымераць нават. Ну, взяць, да, і вот вымераць можна хаця б яшчэ глядзець, вось як яно змяняецца, да, але взяць, памацаць рукой, вось тут як яно змянілася, наогул нерэальна. Паэтому сапраўды вот зваротная сувязь, якую мы рупліва збіраем з першай жывой бібліятэкі, яна сапраўды дае гэтую і натхненне, і ўпэўненасць тым, што людзі пасля жывых бібліятэк змяняюцца, таму што пра гэта таксама ёсць пытанне ў анкеце зваротнай сувязі, ці змяніліся вашы погляды, ці разбурыліся нейкія стэрэатыпы. І перыядычна людзі пішуць, што прямо іх там цэлы свет цяпер абсалютна іншы. І гэта, ну, гэта напэўна таксама тое, што нас натхняе, все вось там гэтыя больш за 4 гады рабіць гэты фармат, таму што, канешне, калі не бачыць вынікаў, то лепш не рабіць нічога. Ну так, мы яшчэ маем час на некалькі пытанняў. Давайце пагаворым пра, хто можа стаць арганізатарам, валанцёрам. Какія качаствы должен іметь? Скажы красіва пра ценнасці. Конечно. Спасибо. Уже вы видели заявку на сайте, которую можно заполнить, чтобы стать волонтером. Это может быть любой человек, главное желание. И там выше вопрос про возраст. Кажется, никто не подавал за все это время несовершеннолетние, мне кажется, так? Ну, кажется, так. В основном это студенты, либо кто недавно выпустился. Вся команда у нас — это молодежь. Пару человек немного старше, но другая ситуация в Витебске. Там много людей и школьников, но, как вы слышали, команда дружная, классная, поэтому ограничений по возрасту нет, так как главное желание, если чего-то не умеешь, можно научиться. Так, как стать? На сайте, собственно, есть заявка, просто ее заполняешь. Вот, там же написаны красиво перечисленные ценности, которые надо разделять. Просто одна со штук, калі мы шукаем людзей, і мы, в прынцыпе, упэўнілись гэта у гэтым таксама просто праз размову адно з адным, што ў першую чаргу людзі да нас прыходзяць і застаюцца з намі, калі нашыя каштоўнасці супадаюць, калі тое, пра што жывая бібліятэка, пра талерантнасць, недыскрымінацыю, разнастайнасць, пра павагу да іншага, пра павагу да самых розных людзей, пра правы чалавека. Калі якбы ўсё гэта чалавеку адгукаецца, калі ён дастаткова ці яна дастаткова актыўная, ініцыятыўная, і хочацца штосьці рабіць, то ну, мы ў гэтым сэнсе адкрыты да абсалютна розных людзей. Мы ніколі не ставілі ніякіх абмежаванняў узроставых ці якіх-небудзь яшчэ, таму што мы верым в тое, мне падаецца, што практыка наша за 4,5 гады таксама паказвае, што любы чалавек, хто хацеў з намі быць, знаходзіў варыянт, як быць з намі. Дыстанцыйна з іншай краіны, дыстанцыйна з іншага гораду, хадзіць на нашыя планёркі. Ну, то бок, мы ў гэтым сэнсе адкрытыя. Ну, і праўда, як паказвае практыка, вось гэтыя каштоўнасці, калі яны супадаюць, то людзі застаюцца. Калі не супадаюць, і нават пасля жывой бібліятэкі людзі разумеюць, што ого, мы тут яшчэ і пра ВІЧ-пазітыўных размаўляем, то, на жаль, людзі сыходзяць вельмі хутка. Ну да, мне кажется, что это и частичный ответ на вопрос, какие люди не могут быть книгами, кого вы не выберете, потому что все-таки разные ценности это является. Да, вот я слышала Марину и ранее уже прочитала этот вопрос, и, наверное, ответ точно такой же. Это те люди не смогут стать нашими книгами, которые не разделяют наши ценности, потому что, ну я считаю, наверное, это будет наше общее мнение. Если человек, ну, там, возьмем, предположим, веганка, но при этом этот человек, не знаю, сексистка или там шовинист, ну, то навряд ли хватит лишь одной идентичности того, что его мировоззрение не сходится вот в чем-то с большинством, что там не ест мяса никакого, но при этом
не знаю, в разговоре с ним понятно, что его отношение там, к женщинам, так как к второму полу, ну, навряд ли этот человек сможет быть книгой, потому что мы формируем в целом некие взгляды людей. И важно, чтобы каждая книга, неважно вот в чем ее единичная индивидуальность, важно, чтобы трансляция вообще взглядов соответствовала и взглядам на нашей живой библиотеки и нашим ценностям. Вот. Ну и треба, конечно, отзначить, что базово на углу книга — это той человек, у дочинении до якого у грамадстве існуют стереотипы, ці дискримінація, ці нейкое непорозуміння. Поэтому, коли человек просто цікавий, есть куча класних цікавих людей, вельми крутих. Но хучей за все, они не потрапять у наш формат, и хучей за все, у нашем формате вы их не убачите. Чому я кажу хучей за все? Потому что вельми часто, в принципе, у нас там с 20 живых книг одна-две книги могут быть цікавими, як ми їх називаємо. Ну, тобто, це книги, які хучей за все у своєму житті не сутикаються з нейкими вельми моцними стереотипами, яких не дискримінують по той чи іншій прикметі і так далі. Але при цьому вони цікаві громадству по той чи іншій причині. І покільки приходять вельми шмат запитів, тим ліку про форму зворотної сувязі, ми кажемо, окей, давайте поспробуємо, давайте позовемо цього чоловіка, але вельми часто все равно, якби це бачно, що там 18 книг, яны про стереотипы, дискриминацию, про разные там складанности в жизни. И две книги такие больше легкие. Но это так само важно, потому что люди, которые приходят на живую библиотеку, у них разные чекания и как бы разные махчимости у тем лику некого эмоционального стану у той момент, и комусти складано читать складанные книги, комусти простей почать, ну, не ведаю, умовно, с вандровника, який об'їхав 80 країн, а після перейти до ВІЧ-позитивного чоловіка, тому що от вже почалась якась комунікація, якийсь довір, і ти розумієш, що можна почитати і щось таке більш складне для потяжелее, як підказує мені Ганна. Да. Добре, дякую. І ще маємо трошки часу поговорити про плани. Так, ви можна доповнити, що хотіли сказати? Там просто було ще вопрос про як стати організатором. Я не успела відповісти. Собственно, як і волонтером, це треба желання. Просто це як волонтер, але немного апнутий. Тобто більше часу в команді провести, тобто допомагати, узнати якусь більшу інформацію. Ну, довольно простий відповідь, але мені показалось, що треба відповісти на... Да, и можно на сайте нажать кнопочку «Долучиться», да. Организовать и звернуться с этим запытом. Итак, про планы. Я вот зараз на них гляжу, да. Ну, первое, на самом деле, это то, что мы, это и один из наших челленджов, и один из наших планов, это то, что мы больше, чем формат. И это такой наш челлендж, потому что мы были два... три, напевно, навіть роки, тільки живої бібліотеки. Ми робили тільки живої бібліотеки, ми не робили більше нічого. І, а тепер, коли ми от сьогодні розповідали, скільки всього насамріч інших ми ще робимо, для нас один з планів так само на ближайший час справді стати і публічно так само цією організацією, яка більш, ніж один формат, яка займається ще іншими накірунками, щоб про це ведали, і у тим ліку ті люди, які приходять на живі бібліотеки, розуміли, що можна ходити не тільки на живі бібліотеки до нас, але й ще й долучатися іншими різними варіантами. От зараз так вельми смело стоїть наша велика жива бібліотека 23 соковіка. Ну, великі вже живі бібліотеки. Нема куди відступати.
Да, это такая фактично инсайдерская информация, что мы плануем, что 23-го мы зробим великую живую библиотеку. Чему тут написано умноженным лику? Это важно, до речи. Потому что это так само инсайдерская информация для тех, кто пришел. Мы больше не будем робить живые библиотеки каждые 2 месяца. Мы стомились, мы больше, чем один формат, поэтому живых библиотек в Минске будет 3-4 на год, але они будут великие, масштабные, на каких мы сможем... Ну, 1000 мы все равно не сможем принять, да, но... Да, вы не ведаете еще, на что здольны. Но человек 250, напевно, мы сможем принять на великой живой библиотеке. Но публичная информация будет, можно подписаться на рассылку на сайте, на социальные сетки и отримать докладную информацию, где отбудется живая библиотека. Новые эдукационные форматы, это так само протяг. У нас есть куча разных идей, нам только осталось обрать, на чем мы сконцентруемся в этом году. Я думаю, что будут и щирые разговоры партнерские, звичайно, с кем-нибудь. Я вельми спадзяюся, что будут так само вось розные тренинги по коммуникации и инклюзии у протяг нашего доследования. Ну, это вот, да, протяг працы с темой доступности и инклюзии у разных форматах. Мы подумываем так само про мапу, про складание некой мапы инклюзивности, но хочем робить это таким... какой-то коалицией партнерской, поэтому, махчима, это будет только... к концу этого года. Развитие регионов, так само мы разумели, что для нас это все-таки, с одного боку, это великий выклик, потому что мы сами, команда, сами организации в Минску, мы робим шмат чего, но мы разумеем, что для того, как досягнуть той миссии, в принципе, как досягнуть смены у громадстве, недостатково менять Минск. Минск — это не вся Беларусь, а кроме Минска есть еще до холеры инших мест. И поэтому нам вельми важно, и мы будем в этом году больше еще выдатковывать наши уваги на наши региональные команды. Может быть, нам будем шукать новых организаторов в новых городах. Но, снова же таки, только когда будут люди на месте, которые скажут, да, мы сделаем, хотим делать живые библиотеки у нас, то мы там появимся. Ну и новые меды, новые громадские организации. Мы завжди открыты, мы завжди шукаем партнеров. И я вельми спадзяюся и, в принципе, больше чем уверена, что все это будет так само робиться в партнерстве с иншими, потому что мы верим в супрацу, у ее моц, в то, что она допоможет нам изменить весь этот свет хучей и эффективней. Так что вот... Что-то такое нас чекает в этом году. Добрая, такая приемная нотка, что мне засталось только повиншовать нас усіх с тем, что это апошний лютый понеделок в этом году. И уже весна. Я дякую усім за то, что после этого працованного дня мы нашли час поразмовлять, послухать. И сачыце, як звычайна, за афішай і жывой бібліятэкі, і прэс-клуба на нашых сайтах. Дзякую.